Всем привет, дорогие зрители! Нашел трехкомнатную квартиру под ключ. Так, находится она на третьем этаже проекта, который был сдан в 2016 году. Есть открытая парковка, у нас беседка, генератор и бассейн. Сауна не функционирует. Здесь у нас один большой балкон, стык улицы Ататюрка и Барбаросса. Расстояние до моря 220 метров максимум. Это Барбаросса, это улица Ататюрка. Можно застеклить этот балкон, он большой. В нижней блоке, посмотрим, можно вытащить. Нет, вроде нельзя вытаскивать. У вас, если застеклить, они тут останутся. Так, вот открытая парковка. Ветер есть вроде. Кондиционер фирмы Regal, инверторная А++, телевизор Digizu какой-то, да. Так. Сейчас покажем спальню. Мебель. Это мягкая, то есть диванчик. Вроде есть уже отопление в этой квартире. Можно подключить радиаторы. Поставить электрическую накопительную систему водообогрева. Так, здесь можно использовать это как кладовка место. Прихожая. Там у нас дверь. Высокие потолки, 280-290 сантиметров. У нас спальня дополнительная, хозяйскую сейчас покажу я вам. Не маленькая, где-то 12 квадратных метров тут жилых. Я уже брутто перестал говорить, так как всем важна жилая площадь. Так брутто 110-120 говорят. Здесь у нас первый санузел этой квартиры. Стоит проточный водонагреватель фирмы Veito. Так, душевая кабинка. Так. И здесь у нас вторая спальня. Сперва покажу вам санузел этой спальни. Так. Тоже спальня здесь просторная. Вот. И с этой стороны покажу. Тут 14-16 квадратных метров между ними. Платяной шкаф. Влево-вправо открываются у нас дверки. Итак, с этой стороны тоже покажем. Дорогие зрители, цена этой квартиры 98 500 евро. Айда 250 лир. Не закрываем ролик, я спускаюсь вниз, показываю вам инфраструктуру. Итак, у нас на этаже три квартиры, тут два лифта. Здесь что? Четвертая квартира. Четыре квартиры на этаже. Вот генератор, там бассейн. Ну, смотрим дальше. Не закрывайся. Так. Спускаемся вниз. Вместимость лифта 6 человек. Тут зеркальце. Так, здесь у нас вход. Лили-велосипедики у нас. Так. Здесь садик, генератор, садик, детский бассейн, большой бассейн,
И все. Вроде здесь внизу у нас есть сауна, но она не работает. Вот такое здание. Все, звоните, ставьте лайки, пишите комментарии. И делитесь информацией. Подписку не забываем. Не отписываемся. Я вам еще найду очень хорошие квартирки. Заранее звоните. А то многие приезжают в Аланию, здесь живут там неделю, потом в конце звонят. И мне сложно найти им какую-нибудь недвижимость в это время, потому что портфель нужно подготавливать хотя бы 2 дня заранее, нужно сказать. Но все-таки могу найти и за день. Всем, дорогие зрители, желаю радости, добра, благополучия, процветания в 2022 году. Всем пока-пока.